Знаете, я совершенно не так себе представлял, когда я все это начинал. А именно дружбу с Джо. Почему два капа из разных семей в заложниках у Джо? Из-за $5. Привет, дармоед. Тут кое-кто хотел с тобой поговорить. Узнаешь его? Дед, я не пойму. Сука, я говорю о своих $5. 100 лет не видались. Заткни пасть. До смерти сидеть будем. Из-за тебя мы все подохнем. Ты умный, а? Ах ты, твою мать. Хватит яйца чесать. Спасибо, Айзек. Пересчитаешь, Генри? Поверю тебе на слово. Добрый день, крысы. Мистер Вон. Перейдем прямо к делу. Вас чемодан достаточно набит? Ты хоть понимаешь, с кем связался? Значит, ваше предприятие было успешно. Давай снимем его тихо и чисто. Мелкие ублюдки! Его вам тут нужно. Нет времени болтать. Скорее собирайся. За тобой идут. Это еще что? Готово? Ты уже догадываешься, кто тебе звонит? Лео, это ты, что ли? Слушай, если ты по поводу шкафа, то я не полезу. Давай в другой раз. Я хочу с тобой поговорить насчет Джо. Так что приходи в пару, Фредди. Я во всем в курсе всегда всех дел. Так что приходи и быстрей. Привет, малыш. В следующий раз, когда начнется прием, я тебя порекомендую. Что, в первый раз? Твои сучьи $5, блин. Это мое сокровище. Два моих лучших друга и оба предателей. Просто в ахере. Вся эта кровь, смерть. Сами выбрали такую жизнь. Рано или поздно, везение кончится. Кто следующий?